Всем привет! С вами опять я, Роман Собченко. И сегодня у нас особенный день. Финал Кубка BetSafe Прибалтика по FIFA 21. Посмотрим, кому же он достанется. Погнали! Всем привет еще раз. У нас финал. Команда Максима и Влада. Кстати, у вас есть какое-то название вашей команды? Папида Фюра. Да нет, Dream Team просто. Dream Team. Dream Team. И Мурат. Dream Tax. Ты у нас за кого играешь? Man City. Ман Сити. А вы кого выбрали? Мы за Ливерпуль. Ну, вы держите, да, свою. Хорошо. Марку, да. Ну, я думаю, сейчас будет уже интересная игруля, да? Наконец-то нам нормального соперника дали. Да, слушай, но он со скрипом прошел полуфинал, там 2-1 очень, ну, очень на тоненько. Давай, Макс, ты красный. Что, готов? Тогда удачи вам, что, пацаны. Давай, давай. Что, тебе тоже. А я вам буду пока параллельно мешать. Кстати, Макс, у тебя есть какая-то история забавная, которую ты бы мог рассказать, связанная там? Слушай, которую мог, наверное, нет. Историй, на самом деле, очень много. Ну, про детский лагерь. Ну, всегда же детские турниры. Мы в детстве все ездили очень много на какие-то турниры. Оттуда есть какая-нибудь забавная история? Помнишь что-нибудь? Ой, с турнира, конечно, много разных историй было. Помню... Нет, я думаю, нельзя рассказывать. Ты доходишь до какого-то определенного момента в своей истории, когда такой, а, нет, это нельзя. Слушай, на самом деле тяжело играть в FIFA и вспоминать истории, если честно. Я думаю, потом... Хорошо, на самом деле, давайте... Я тогда не буду вам так сильно мешать. Да нет, ты можешь мешать, просто меня когда к Дудю позовут, как бы я расскажу какую-то историю. Ну, а ты уже знаешь, что будешь говорить, когда окажешься перед Путиным? Да, скажу. Ну и про заработок, конечно же, тебе надо будет отвечать. Туда ты готовился, я понял. У тебя есть уже, да? Слышишь, нас что-то возят тут. Ну, вот, надо подсобраться, блин. Ну, вдвоем сложнее играть, но на самом деле вы неплохо справляетесь. Ромка... Все, Ромка, нас скинь. Ну, я бы рад, надо пожалуйста. Спрашивай у него что-нибудь. Опа, ну! Еще! Подарок, подарок. Общался со мной, засадил Мурада. Давай, можешь что-то спросить. Теперь есть история? Слушай, теперь есть, да. Однажды? Да. Однажды. Да не, на самом деле куча всяких историй веселых со школы, с турниров, с детских. У нас была команда в Легионе, дружная, там полкоманды приколистов было. Хорошо, ладно, я тогда буду просто какие-то короткие вопросики спрашивать. Давай, давай. Макс, короткая, так сказать, турториал. Как подкатить к девушке? Сам. К девушке? Быстро, вот. Харизмой, взглядом. Матовый. Просто ничего не говоришь, просто подходишь, смотришь на нее и такой, типа... Смотришь на нее, да. То есть вот ты так подкатываешь? Ну, то есть... Слушай, я уже так давно не подкатывал, как 3 года уже. Как надо? Катя, привет. Как надо? Нет, ну ты показал этот взгляд. Как, ну это взгляд хищника, знаешь, надо... Покажи, какой. Включать, ну да. Я понял. Ну, хоть раз у тебя раньше прокатывало? Да, конечно. Вот просто вот ты входишь такой... Я просто вхожу и вижу цель, да. Но на самом деле я не такой ловелас, как ты, Ром. Я слышал, что ты там вообще пати-мейкер. Я Ромки на Инстаграм смотрю, там, да. Там. Ну, это мы вырежем. Движу. Ай! Кстати, если хотите, можете у меня что-нибудь спросить. Что ты не дал? Потому что вы так сосредоточены, я прям вижу. Это будет сложно. Тут все-таки, ну, первое место на кону. Первое место. Так что, если что-то придумаете, спрашивайте, я расскажу. А пока тебе, Влад, вопросик, который я пока еще не придумал. А, ну хорошо. Давай ты тоже тогда расскажи. Как ты знакомишься с девушками? Не было офсайда? Твой способ. Я не знакомлюсь. Ложь, ошибка. С тобой знакомиться. С тобой знакомиться. У меня сейчас нет девушки. Со мной? Да фиг знает. Не, ну есть, конечно, какие-то общения, но пока что нет девушки. Влад не пишет первый. Ну это да. А теперь слушайте, блин, батю. Пацан, давай рассказывай, как это делается. Я тебе вообще тут, блин, не алло. Чал, их позвали, старпера, да. Меня-то точно старпера. Опа, опа. Ну у меня тоже особо такого нет. Плана. Не, ну я не говорю, что конкретно вот ты. Вот как тебе кажется? Как надо было? Здорово. Ну просто, чтобы ты привлек внимание. Надо быть уверенным в себе.
кто-то. Да, кстати. Да, бля, опять офсайд. Макс, ты записал. А, тебе уже не надо, ты записал. Угу. Влад, записал? Что? Тебе Марат, блин, рассказывает. Не, я не слышал. Надо быть уверенным в себе. Ну. И все, и ничего больше не делать. Тащи, тащи сам, еще. Нормально. Так, а тем временем у нас... А, 1-1 уже? 1-1, да, два голоса офсайда забили. Решай сам, Салат. И один из них записали, там автоблоки эти. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, у меня ручки-то вспотели уже. Так, так, ну просто. Хавай. Здорово, здорово, Кридо в своем стиле. Оп. Так, ну, ты, ну, ты пас-то дай. Да, не-не. Макс пас не играет, он по краю взял и пошел. Стиле Франка Ливок. Ну, давай, контратака, Мурат, у тебя... Во, вагоне! Неплохо, нифига себе, у вас Мане отрабатывает. Давай, пасиком, пасиком. Не увидишь. Они гегенпрессинг делают. Геген? Да. Офсайд. Да? Нет? Да, офсайд. Да, блядь, опять. Третий гол офсайд. Да? А так, ты выходишь, да? А, так вы бы сказали, мы бы отменили офсайд. Я только в офсайд отдаю, нормальный пас я не могу отдать. Нельзя же выключать офсайд, не можно. Кстати, в FIFA же есть такая тема, что пас криво идет, если ты управляешь вторым человеком. Они не понимают, как давать. Ну, по владениям я пока смотрю, Ливерпуль поинтереснее смотрится. Но Сити чисто на контрах, нет? Что за форма у Сити белая? Ну, получается, такая есть. Опа. Ну... Да всё! Сложно играть, кстати. С ними? Да. Да? Против двоих сложно играть. Ну, сложно, когда, знаешь, накрывают двоих. Да, сложно, когда хорошие ребята играют. Которые понимают, да, футбол? Да, да. Которые поиграли. Поигравшие за сборную все-таки, да. Слушай, я первый раз в FIFA, походу, сыграл, знаешь, когда? В 2012 году. Вот тогда вот я начал в FIFA играть. Вообще. Моя первая... На компьютере же, да? Не-не-не, вот я тогда плеху купил в 12-м, походу, вот четвертая как вышла, я вот купил плеху, и тогда я начал играть в FIFA. Я играл в каждую, да, вот сейчас только 21-го нет, но у нас всегда с друзьями принципиальные зарубы, то есть у нас, знаешь, такая на уважение, на респект. Ну вы типа какой-то стимул небольшой придумываете, да? Ну что, ну да, да, но у нас на уважение, знаешь, да, да, да. Как минимум там какой-нибудь фофан. То есть проиграть в FIFA, да, это ужасное ощущение. Когда еще тебе по душу, да, типа до лоб? Да, 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 да. Ну, у тебя есть дома, да, PlayStation? Есть, да, да. Есть, ну, да. Вы вот с девушкой со своей вы играете когда-нибудь? Слушай, нет, да, ну, сейчас... Ну, там, например, ну, там, сейчас кто посуду пойдет, помоет. Не, мы в картишке. В картишке на посуду? Да. Нормально. Не только на посуду. Слушай, ну не надо только вторая атака и второй гол, нет? А и Кейн-то может? Здорово, здорово. Нет, не Кейн. Господи. Хорошо, что мы этого Минамину не поставили, сейчас бы раздевалочку нельзя. А кто это у тебя такой прыгал? Седьмой номер, это кто был? Зацепиться. Не знаю. Блин, зацепиться, Сапинин, зацепиться. Давай, последние минутки надо сравнивать. Еще есть контрпрессинг. Пас будет давать, пас будет искать. Это калевская убрал, тема. Убрал, убрал. Здорово, здорово. Надо было бить уже, наверное, перемудрил. Да зачем? До верного хотел довести. Но тут уже, убежи, наверное, не успеете. Пол. Ну что, перерыв получается? А ручки вспотели, Все у вас по статистике? Игра хорошая идет. Не, нормально, нормально. Но я так понимаю, Ливерпуль больше владеет, да, инициативой, а Сити на контре. Хотя опасно, там Стерлинг убегает. Хотя на самом деле в жизни-то у них как раз наоборот, Ливерпуль же больше на контрах играет. Слушай, да Ливерпуль по-всякому играет. Да, но они могут и владеть. Я думаю, им более свойственно контратаками, нежели тому же Сити. Хотя сейчас все... К любому стилю подстроиться могут. И так могут. Ты. Да. Да куда? Фол. Ну конечно, спокойно, конечно. Да, штрафиля. Очень-очень грубая игра была еще. Кто, Юрий Фишер, что ли? Опа. Опа. Ну, а у тебя есть предпочтение по игре? Ну вот когда ты играешь, вот кто главный судья? Вот ты рад, когда вот он. В премиум лиге? Ну да. Слушай, мне нравится Юра Фишер и нравится Гриш. Да, Гриш хорошо судит. Ну, то с ними есть... можно и в игре, да, так чуть-чуть поболтать. Ну чуть-чуть. Да, хорошо, что они шутку на русском общаются. Да нет, ну это... Шутку для... какую-то перекинуть. Нет, не потому что русский, для меня вот это как бы два более-менее адекватных самых судьи. Знаешь, что мне в этом году нравится, как сует? Его стали иногда вот, ну, к хорошим играм большим, типа, самым большим Эстонии допускать. Молодой парень? Вот он эстонец. Молодой парень. Эстонец. Есть какой-то сейчас не Тараев, не Тохвер, а еще один, он такой блондин. Ой, Тараев-то вообще. Он более-менее молодой. Привет, Тараев. Как его зовут? Пенальти нам дали. Как его зовут, я забыл. Слушай, сколько нам в том сезоне пенули поставили. Как этого судью зовут?
Кто еще есть эстонец? Я не знаю. Да вырежите это, ребята, что он говорит? Соберись, давай, надо этот выиграть. Вот он нормально судит. Вот он. Так я же не говорил, кто плохо, я спросил, кто кого предпочитаете просто. Ну, Макс, понятно. В принципе, да. Мари, какой пас? Мне нравится, когда есть между судьями и игроками где-то такое... Маэстро Костя Васильев. Более простое общение. Ну. Ой, хороший. Но это было красиво, это было красиво. Ставить. Жалко, что на самом деле в FIFA нельзя, вот когда ты видишь, что такой момент, вратарем именно на переходе выходить. Потому что. Ну, так можно. Ну, ты. Он же. Он, ты же знаешь, как он будет. Он такой, типа, вперед дергается, нет, ну по сути. Вообще не вариант. Ты. Ну, Мурат, я думаю, тебе надо что-то менять. Как минимум. Ай-яй-яй, ГС, ну это такой привозик. Как минимум. Ну, сейчас я знаю, куда он дает. Вот так. Подклад! Еще сохранили, здорово, еще. Стеночка. Все спокойно. Ладно, лучше вот так сейчас. Неплохо. И тут на скидке. Знаешь, Ливерпуль тоже так иногда играет. Слушай, ну Ливерпуль в контур-то умеет. Да, я прочитал, прочитал на корпусе. Хавай. Хорошая, успеет. Здорово. Хорошо, что он не зацепил. Томалис, да, сейчас будет. Нормально, сейчас. Дожмешь. Слушай, Макс, да. С тебя начну опять. Давай. Вот что ты посоветуешь, вот, ну, уже можно сказать, что более-менее опытный игрок. Какой-нибудь совет молодым дай. Слушай, я скажу молодым, чтобы... Работали много, и чтобы не входили в зону комфорта, потому что зона комфорта может очень плохо повлиять на футболиста. Да, но на самом деле, как... я думаю, это в любой сфере очень. И в любой сфере, да. Много работать, любить свое дело. Что касается футбола, надо много тренироваться и любить футбол, тогда все получится. Думаю, да, получать удовольствие. Этом, получать футбольство, да, потому что футбол — это кайф, это не напряжение, это надо играть, кайфовать в него. Ну, вот мы сейчас играем в FIFA, вот Мурат сейчас напрягается, а мы этот кайфуем сейчас. Да, мы сейчас. Да, по вашим лицам видно, блин, что вы прям на расслабоне. Крейда не моргнул еще ни разу, блин, с начала игры. Не, ну знаешь, если уж дошел до финала, то как бы. Не, ну конечно. Хочешь, конечно, победить. На такую, Ливерпуль. Ай-яй-яй. Нормально, напряжение. Ты ему сейчас сам чуть голову не дал, чтобы кто-то залетел. Ладно, можешь как-то добавить Макса ответ. По поводу, а что он отвечал? Ну, какой-нибудь совет там. В принципе, он все сказал, поделал. Да нет, в принципе, да. Еще... Главное, это вот, если ты чего-то где-то там добился, как-то каких-то, да, успехов, что-то выиграл, да, не останавливаться. То есть это как бы не все. То есть ты можешь... Люди не останавливаются после, там, Роналда, да, например, он уже сколько? Да, да. 5 раз золотой мяч, 5 раз Лига чемпионов, и он до сих пор не останавливается. Не, ну там, конечно, там такие... Да тот же, если взять пример Ибрагимовича, да, сколько лет ему было, когда он эту травму серьезно получил. И, да, ну, да, кресты вобью. Учитывая, когда у людей уже столько, ну, у них жизнь как бы обеспечена по большому счету, но они настолько любят, они настолько профессионалы своего дела, что... Да, согласен. Главное, не человек, что... Он один из лучших, если не лучше сейчас в Милане и вообще, в принципе, в Италии. Нет, человек в 39 имеет сумасшедшую статистику. Конечно, голы, конечно. Это. Причем, да, и очень важно, знаешь, какую вещь заметил, даже с тем же Роналду, с Ибрагимовичем, они меняют свой стиль игры в зависимости от того, ну, как они распределяют свои сильные качества, то есть где-то они теряют скорость, они начинают чуть по-другому играть. Я вот не помню, например, что Роналду сейчас там много финтил, а как он начинал, да, когда его, в принципе, узнали. Также Ибрагимович сейчас прибежал куда надо, с центра поля через себя забил и как бы все. Меня больше всего удивляет, как они на протяжении там 20 лет могут держать один и тот же уровень. Высший уровень, это вот это для меня загадка, это топ. Но машина. Это все в совокупности и профессионализм, и любовь к этому делу, и... Да. Тут ничего. На самом деле, да, что сказать, работать и любить свое дело. Щемило! Ну, хотя я же за тебя болею. То, что ты сказал, то есть, например, Роналдо, когда пришел Зидан, они взяли 3 лча подряд. До этого Роналдо играл слева. А когда пришел Зидан, вот они выиграли 3 года подряд Лигу чемпионов. А его Роналдо, он же тогда, да, в нападении? Да, и вот он тоже формально играл слева, но он всегда смещался в коробку, и то есть были вот эти сумасшедшие, что Марсело навешал, что Карвахаль, там сумасшедшие навесы. Ну, значит, там такие навесы. Там Роналдо, вообще. Бейл и Бензема в коробке, то есть, ну, это вообще... Да, это комбо. Сверхнападающий, еще и Варан с Рамосом на стандартах, то есть там люди второй этаж выигрывали весь. Ну, видите, тот же Бензема, например, он...
Он просто знает, где ему надо быть. Он по поводу... Ну, по, в принципе, это его самое сильное качество. Ой, выдал, ой, выдал! Для нападающих, например, подборчик. На заметку. Тебе не надо много там иногда бегать. Ты просто находись там, где... Если нельзя пропускать. Где опасно. Да, да, спокойно. Нужное время, и все. Так, ну напряженочка. Мурат, тебе надо забивать обязательно сейчас, чтобы... Ну, чтобы сохранить интрижку хотя бы. Чтобы сохранить интрижку. Финал пенальти было бы вообще... Но ты не красный же, да, Мурат? А ты не меняешь по ходу игры эти тактики? Да, это в моем стиле. В плане в атаку, ну то есть... Не, ну ты тренер, тебе виднее. Все, 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 это все. It's all over? Yeah. Я не вижу, за счет чего ты можешь еще сравнять. Не, ну видно, на классе все-таки заканчивается. Видно, да, неплохой перспективный. Слушайте, но все-таки... Все-таки здесь опытный волчар. Да, опыта немножко, да, не хватает, но Мурат, ты... Ты более чем достойно выглядишь, я тебе скажу. В следующем году. Засчитал втором, да, уже? У тебя еще есть запас по времени. Можно ударить? Да, конечно. На. А я через себя. Ой! Ладно, да, исполнял. Ну, нет, да, это была бы точечка такая. Ну все. Молодец. Не расстраивайся. Спасибо. Хорошо играю. Поздравляю вас. Опа! Спасибо. Вот вам заслуженный кубок, да, от BitSafe. Один всего, у нас же двое. Ну, так, по очереди. Никто не ждал, что мы выиграем. По очереди будет, знаете, как в детстве, когда кто-то выиграл кубок, то он по очереди указывает на игру. Один на один, кто кубок не взял. Ну да. Вот, а тебе утешительный приз. Маечка. Носи. Ничего себе. На здоровье. Спасибо. Всем спасибо, что позвали нас. Было приятно провести время. На самом деле, крутая идея. Надеюсь, будете развиваться в этом ключе, и все будет в порядке. Так что зовите еще на турнирчик. Вот такой у нас был экспериментальный турнирчик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Что еще там? Комментируйте. Да, тут комментируйте. Кнопку подписки сделайте серой, а не красной. Что там? Как, что там еще блогеры говорят? Любите футбол, живите. Ставьте колокольчик. Всем пока, всем спасибо.